Для 11-классников заканчивается напряженная пора выпускных экзаменов. Сегодня был последний резервный день для сдачи ЕГЭ по математике. Он проходил в 9-й школе для 22 выпускников. Именно столько ноябрьцев не смогли преодолеть минимальный порог, а это 24 балла в основной день сдачи ЕГЭ по математике. Средний балл по результатам экзаменов, которые мы уже имеем, в принципе, соответствует предыдущим годам. В копилке города Ноябрьска есть 6 стобальников. Это 4 человека по русскому языку, 1 по истории, 1 по информатике. И уже ближе к вечеру нам стало известно, что стобальников в нашем городе стало больше. Обнародованы результаты ЕГЭ по физике. И по этому предмету максимальный балл набрали еще 2 наших выпускника. Итого в ноябрьске 8 учеников блестяще справились с итоговыми испытаниями. К слову, копилка наших стобальников еще может пополниться. На данный момент неизвестны результаты ЕГЭ по химии, географии, литературе и обществознанию.